И всем привет, вы говорили Фолкис, и сегодня будет третья часть обзора на мои скины. Вот так вот. Первый скинчик у нас, знаете, как спикермен. Вот такой вот спикерменчик. Что там было? Там как бы что-то было. Вот такой вот спикермен. И если вы еще не смотрели первую и вторую часть, обязательно посмотрите. Потому что там мы заканчиваем на камерамене. И на дрельмене. Ну, в первой части мы заканчивали на дрельмене. Во второй мы заканчивали на камерамене. А сейчас мы, наверное, закончим на кое-ком. Вот такой вот спикерменчик. Как Black Speaker. Вот такой вот. Как Black Speaker. Но это обычный спикермен. Ну и что тут такого у него разглядывать? Во-первых, то, что у него за дипломки или что? Туда что мне надо вставлять деньги? Ладно, наверное, вот так вот. Дальше, кстати, вы знали то, что спикермен, если перевернуть, то получится. Если перевернуть на бок, то получится обычная колоночка. Вот так вот. Если перевернуть вот такую вот обычную колонку. Ну, вот так вот такую. Если ее перевернуть, то получится. Танцуем скатнэпа. Ладно, давайте дальше. Дальше знаете, кто у нас идет? Вы не поверите. Это обычный тебе не. Ладно, сейчас мы отключим танец. Так вот. Найти вот этот экранчик, надо типа. Вот такой вот. Тиби мэн. Мэн. Издалека это прямо как настоящий Тиби мэн. Ну, что тут говорить. Вот такой вот, как лестница перевернутая. Сам телевизор. Кстати, это старый еще телевизор. Необычные, как сейчас, вот такие тонкие. Ну, у некоторых еще есть такие, но это очень маленькое количество человек, у которых вот такие вот телевизоры. Мне кажется, почти уже нет таких телевизоров в нашей реальности. О, Кирбик присоединился. Пойдемте встречать. Вот так вот. Вот такой вот крашек. И телевизор. Ладно, сейчас давайте дальше. Вот так вот. Кстати, познакомьтесь с Кирбиком. Кирби! Кирби, Кирби, Кирби. Здоровки. Ладно, вот такая вот кнопочка. О, кстати, эту камеру, мне кажется, на нее обзор не надо делать. Потому что во второй части у Тритана была точно такая же камера. Вот тут вот такой вот объектив. Кирбик, здорово! А, да. Вот так вот. Опа, опа. И шоу. Ну, как бы такая вот же. Надписи, вот такое же соединение. У Кирбика точно так же. Вот так вот. Кирбик. К нам присоединился, он, кстати, ученый. Дальше вот такой вот галстучек, и мы переходим.
Здорово! Ладно. Сейчас мы переходим к остальному. Три. Вот такой вот спикермен. Кирбик его точно так же взял. Колоночка вот такая. Тут четыре, тут еще две больших, а вот тут вот большая, очень большая. О, круто! Пассе. Что значит пассе? А, он шептает мне что-то. Пс. Чё? Чопс! 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 Вот такой вот красный галстук и колоночка. Дальше перчаточки, перчаточки. И вот такая вот белая футболка. Чё? Одну. Кроссовочки и штанишки крутые. Забудь. Забуду. А вот так вот. Ладно, а мы переходим к следующему. Вот так. Чё это за мемчик? Чё, Кирбик, ты чё за мемчик? Ладно, вот тебе. Вот тебе. Вот такие вот. Четыре крана, он как паук. Кирби, не мешай снимать. Вот такой вот черный он. И вот такие вот. Видно то, что он точно так же. Да. А, кстати. Еще обзор на скибиди ученого. Вот такой вот. Вот так вот встретим. Скибиди ученый в Брукхевен. Да ё-моё, блин. Сейчас будет битва. Вот такие вот пятиэкранные. Их. Вот такой вот пятиэкранный ТВ-мен. Пятиэкранный ТВ-мен. Дальше у него, кстати, посмотрите, у него рюкзачок. Я, кстати, первый раз вижу. А, то есть у него же рюкзачок вот такой. Вот тут какие-то переключатели и вот такой вот, что ли, обогреватель. И вот такой вот, и вот такие вот держатели. Смотрите. Ё-моё, Кирби! Кирби, Кирби, Кирби! Вот такой вот пятиэкранный. Ладно, мы переходим дальше. Воу! Кирби. Кирби! Чё? Окей. Ах ты ж крыса, крыса. То есть ты посчитаешь меня за вот такую крыса? Дедуля, у тебя колонки в зубах. Вот, ладно. Не мешай. Вот так. Вот такой вот, кстати, это мой придуманный. Кирбик! Ладно, сейчас мы с ним решим дело. Вот так вот. Ладно, и обзор на Джимана. Это самодельный Джиман Кирбика. Вот такой вот желтый ядро. Вот такие вот сверху лайзеры. А, еще и танцует. Вот такой вот туалет. Еще вон там вот что-то снизу. И вот такая вот защита. И он рад. Ладно, давайте. Я на своего самодельного Джимена. Ой, какой Джимен. Короче, на своего самодельного Тана. Делал обзор. Вот такой вот джетпачок. Тут переключатели. Вот такой вот мини-экранчик тут имеется у нас. Дальше. Это передача топлива, наверное. Он может летать. Ну, мой самодельный. Дальше вот такое вот ядро. Розовенькое. И вместо у него головы, конечно же, туалет.
Кстати, это сам туалет. Матвей? Чё? Смотри, что смотри? Что? Смотри, что? Что? Как бы... А, я знаю вот это вот, где ты будешь летать. Вот этот бак, я знаю. Не надо показать. Ладно, вот такие вот туалеты у него. Про камерамен Титана крыло. Там внутри ничего нет. И вот такие вот серые перчатки. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Фолкейс, ну, Матвей. И Кирбик. Он вмешался в видео. Ворвался. Ну и всем удачи, всем пока-пока. Пока.